сегодня замечательный день, день смеха, радости, веселья. И так здорово, что мы все сегодня присутствуем здесь, на Юморине. Хочу пожелать отличного настроения, большого заряда позитива, чтобы хватило до следующей Юморины. 1 апреля – Международный день смеха. В простонародье его называют Днем дурака. В этот день можно разыгрывать своих друзей и придумывать всякие небылицы. А в Стерлитамаке этот день отмечают с помощью ежегодного фестиваля Юморина. Хотите посмотреть? Юморина у нас традиционно проводится ежегодно уже 4-й десяток, оказывается. Мы в этом году начали как бы вот собирать летопись, чтобы все это оформить, как-то чтобы это запомнить и передать нашим малышам, которые подрастают, и, естественно, тоже будут играть в эту игру. Юморина. Ну, это, так скажем, фестиваль. Ты что, переопустите? Первый блок состоял из ребят, которые начали вот совсем недавно, и они как бы выступали в таком, так скажем, в нон-стоповском движении с укороченной программой. Остальные команды представляли полную визитную карточку свою, то есть приветствие. Юморина – это, во-первых, опыт на большой сцене. Во-вторых, можно познакомиться со взрослыми командами. Ты народный танец танцуешь без народного костюма. Ты что, не патриот? Да я за патриотизм готов родину продать. А горячие ноги не дали? Нет, ребята, играли дальше. Выступаем здесь впервые, надеюсь, не в последний раз. Масса положительных впечатлений. Отпустите меня, я же не башкир. По мне разве не видно? Я татарин. Get your body on the floor. Макс, тот знает, что Салават Юлаев был тоже немножечко пафосный. Мы заканчиваем, может быть, так, карьеру наших КВНчиков именно с нашей команды. Спасибо за поддержку вашу. Для вас мы выступали здесь, сейчас. И нам важна оценка ваша, как бы жюри не оценили нас. Мы хотим на Юморине дать площадку для команд, которые начинают, которые хотели бы выступать, дать шанс для тех, кто хочет себя проявить в юморе, в смехе, в веселье.